Смотри лаки-блоки в Майнкрафт. Ссылка в описании ролика. Ну чё, Рон, вообще не робит, да? Вообще никак, вообще не понимаю. Слушай, у нас проблемы-то теперь такие начинаются, что у нас дровишек нет и еды нет. У нас все заканчивается. Ого. Опять и с этим еще нужно что-то решать. Да, слушай, я вот обычно зверюк убиваю. Тут, вы, кстати, вот куриц, я слышу, достали они уже. Ну так, может, займешься? Но я хочу в этот раз, может, деревню рубить, может, поменяемся ролями? Окей, давай, я попробую кого-нибудь поймать. Подожди, а сколько у нас топоров-то? Один. Один. Давай ты сначала ветвь нарубишь, потом я за мясом пойду. Только здесь не буду рубить, а то здесь не надо, чтобы мы все-таки здесь живем. Здесь укрытие, да? Да, туда схожу куда-нибудь и... Слушай, может... А я пока задираться что-то подниму. А, ну давай. Попробую, может быть, что-то поймаю. Окей, все, сейчас туда схожу и по быру приду. Давай, удачи, осторожнее. Угу. Так, надо все-таки попытаться еще раз запустить рацию, может быть, заработает. Надо найти какую-то возвышенность, может быть, повыше, если будет. Надеюсь, Кросби меня не потеряет, я буду недалеко, поэтому надо выйти. Ой, как я устал с этой херней всей. О, тихо. Кто это? Вот он. Блин, это тот, о котором говорил, наверное, Рон. Чего, это там же... Тихо, там же, наверное, Рон. Блин, а... Блин, он его может убить, он спал, кто-то пошел. Вот, вот, господи, блин. Только не убивай Рона. Подожди, а что делать? Ничего делать, может... А как? Да что тупить, помогать. Не трогай Рона, не трогай. А? Ты? А? Ты кто? Ты... Подкидываешь веточки? А ты кто? Ты убрал конструкцию нашу? А? Так ты... Ты чё, не злой? Ты добрый? То есть, это не ты орал? Блин, а ты не разговариваешь, да? Блин, офигеть! А кто ты? А где Рон? Блин, надеюсь, ты его не убил. Но ты же вроде добрый. Блин, я не знал. Но ты похож больше на снежного человека. Кто ты вообще такой? Не понимаю. Блин, а откуда ты? Где ты живешь? Блин. Ты... Стой, ты куда? Подожди. Ты где живешь? Стой, погоди. Погоди, не уходи. Стой. А? Не понял я. Ушел. Блин, а где Рон? Блин. Он помог с веточками. То есть он добрый? Получается, он не злой. Офигеть. Это, наверное, был снежный человек. А, я думал, они не существуют. Эй! А? Рон? О, Рон! А чё ты тут толкуешь? Ты видел? Ты видел сейчас? Вышел. Кого я видел? Кто здесь? Не видел? Нет. А кого должен быть? Помнишь тот, о котором ты говорил, что ты типа кого-то видел? Подожди, он был белого цвета? Ну да, я со спины его, правда, видел. С спины? Он светлый. А рост он такой невысокий, да? Ну как мы. Ну да, такой. Я его только сейчас видел, понимаешь? Он здесь стоял. Пошире, ну, он стоял здесь и кидал ветки в костер. Он был добрый, понимаешь? Он не желал нам зла, он просто подкинул веточки в костер. Видишь, он конструкцию еще нашу убрал. А? Ух ты, да, слушай, право. Ну я не видел никого, я зашел оттуда, с той стороны, справа, и все. Никого не встретил, серьезно. Офигеть. Значит, кто-то есть, значит, кто-то приглядывает за нами. Он приглядывает, он не злой. Может быть, это он тогда взял твое мясо? И сейчас ему стыдно. Он принес веток. Может быть, да. Может, ему нечего есть. Может, ему надо как-то помочь. Ну, по идее, у него больше физической силы, ему проще кого-то убить. А может, он не любит убивать? Может быть, это же человек, который... В вертолете? Остался один здесь. Давно здесь один. Я дичал. Подожди, а ты где был? Я? А, я пытался опять настроить эту рацию. И как? Да нет, пока не успешно. Волны есть, но никого не слышно, никто не выходит на связь. Слушай, ну что, вечереет, давай я тебе топор тогда отдаю и... Да, надо еду уже брать. А, да, да, ты да, все, давай тогда. Ага. Блин, уже ночь, где Рон? Я волнуюсь. Эй. Вот я. Слава богу, я думал, там, ладно, не буду говорить, что я думал. Ну что? Ну вот, вроде добыл, да, это оказывается непросто. Да, классно. Теперь нам есть чем питаться. Да. А что нам делать теперь еще? Как же нам спастись? Не можем мы все время здесь жить же. Нам все-таки надо как-то задействовать эту рацию. Мы должны ее использовать. Ну как же? Опять, она же не работает. Радует то, что она что-то ловит.
Это да. Она работает, но просто в этих условиях вообще непонятно, как вообще что-то работает. Поэтому, может быть, занять позицию выше. А где может быть еще выше, чем что-то прям? Может быть, есть горка повыше. Но взбираться на горку повыше тяжеловато. А помнишь, мы лестницу взяли такую, как бы, раздвижную. Я ношу ее с собой. Понимаешь, мы... Так, ну-ка, сейчас я что-то боюсь уходить. Ну ладно, вот тут если к дереву ее так приложить, в кое-каких местах, там, по веткам или что, залезть и прямо на это огромное дерево. А ведь можно. Если развернем ее, то мы хватит. Да. Тихо. Ты слышишь? Что это? Волки. Волки? Ты слышишь? Опять стаи волков. Да. Черт, подожди. Есть чем закрыться? Ты... Да. Так, у тебя там... Возьми дерево, досками попробуй, прикрой, ну-ка. Давай. Все, тихо. И главное... Главное сейчас не шевелиться, потому что это листву можно... Да, сбить как-то. Растеребить, да. Поэтому сидим тихо и надеемся, чтобы нас не сожрали. Ладно, надо приготовить пищу и лечь спать. Спасибо за просмотр видео. Если оно тебе понравилось, поставь под ним лайк. И обязательно подпишись на наш канал, чтобы не упускать возможность следить за новыми сериями различных сериалов.